Герой этого фильма, поскольку мы все его современники, он наш современник, очень интересно посмотреть все-таки, ну хотя бы, как это видится автору фильма, что это могло бы быть на самом деле. Потому что мы же с вами не знаем, что там было на самом деле. Поэтому это очень интересно. Но вы все-таки ждете стопроцентной правды или отдаете возможность? Стопроцентной правды мы с вами не узнаем никогда. Да и не нужно. Поступок Сноудена, наверное, не нам оценивать, и не нужно нам оценивать. Ни хорошо, ни плохо. И главное, не поступок Сноудена для нас. Главное, это целый пласт информации, который скрыт. Главное, это понимание вот этого Big Brother. Да? Раньше все шутили, что Big Brother очень легче. И тут мы вдруг узнали, что он действительно смотрит. И понимание того, что мы все живем как в аквариуме, а это понимание как раз Сноуден и дал, оно гораздо важнее, чем оценка того, что сделал Сноуден. Для меня, по крайней мере. Что касается актера, что касается Джозефа Гордона-Левитта, я могу сказать, что он блестяще сыграл Эдварда. Мне очень приятно, что я впервые познакомился с ним после того, как было принято решение, что он будет играть роль Эдварда Сноудена. Он приехал в Москву, мы много с ним проводили времени, мы много с ним общались. И когда я его уже увидел в роли, а я его видел в роли, поскольку я сам выезжал на съемки, вы, наверное, многие знаете, что нам было сложно очень снимать фильм, были определенные проблемы, об этом говорил Оливер Стоун. Но, несмотря на это, Оливеру удалось снять этот фильм. Мы снимали этот фильм в Германии, мы снимали частично в Америке и в других странах, в том числе в России. Поэтому проблем было достаточно много. И я уже, когда выезжал непосредственно на площадку, где были съемки, я видел, как играет Джозеф. И я могу вам сказать, что я, конечно, впечатлен. Я знаю его по другим фильмам, но как он смог перевоплотиться в Эдварда, пообщавшись с ним совсем-совсем мало, ну, это талант. Поэтому в данном случае я могу сказать, если говорить о моем мнении, я крайне доволен, что Оливер остановился именно на Джозефе, и Джозеф Гордон-Левитт сыграл блестяще эту роль. Говорят, что фильм снимался в режиме строжайшей секретности. Вы почувствовали это, когда приезжали на съемки? Я могу сказать, что не только почувствовал, я это ощутил на себе. Потому что действительно нам пришлось шифроваться, нам пришлось придумывать всякие кодовые слова. Ну, уже не секрет сегодня, у нас кодовое слово было «Саша». Конечно, мы старались меньше переписываться по интернету. Оливер часто приезжал, и мы действительно многие записи делали на листочке. И потом это все уничтожали. Мы тоже владели определенной информацией, когда только речь шла о том, что Оливер собирается снимать фильм об Эдварде. Мы владели в том числе информацией, что, конечно, в Америке есть недовольство, в том числе в определенных кругах, о том, что Оливер имеет намерение только снять фильм. И была одна из сцен такая достаточно интересная, когда подъехала съемочная группа, где расположен АНБ. Они просто решили снять здание. И я не знаю, сколько там прошло времени, буквально мгновенно подъехала охрана и запретила осуществлять какие-либо съемки. Поэтому, конечно, я могу сказать, что не в простых условиях, но тем не менее, конечно, было сложно первое время с финансированием, конечно, было сложно снимать и вести какие-то съемки на территории Соединенных Штатов Америки. Поэтому в основном основная часть съемок была в Германии.